Сейчас сетка находится на уровне как бы 15 примерно и 2. Сетку поставлю ближе, вот сюда вот. Также используется самонивелирующийся лазер Bosch. Горизонтальная и вертикальная линия. Горизонтальная линия идет на уровне от стола, ну где-то 19,6-19,7. И сейчас я выставил робот практически по уровню стола. То есть, если взять и посмотреть вот так вот, то ролики где-то примерно уровень стола, может быть, чуть ниже. Если это уровень стола, то примерно вот так это все находится. И сейчас я попробую, чтобы робот работал в девятую точку, да, и попробую отбивать то вращение, которое он может давать, потому что с виду вращение как бы не мощно, идет практически из-под стола. Ракетка Kobe SK7 на карте Donic VPR M1. И вот я его сейчас включаю. И попробую отбивать то, что дает мне робот. В общем-то, визуально как бы кажется мяч не сильно такой, не мощный, но на самом деле очень сильное вращение. Продолжим до конца.